Сейчас я нахожусь в самом сердце Кыргызстана, город Бишкек, центральная площадь. Вот позади меня располагается самый главный памятник, памятник Манасу. Это центр, самый центр Бишкека. Находится на центральной площади. Это очень, очень красивая площадь с фонтанами. Вечером здесь зажигаются огни, гуляет народ. Здесь очень классно, очень здорово. Неподалеку здесь находится Белый дом Кыргызстана. Также позади меня мы можем видеть музей. Как мне сказали, его недавно отреставрировали. Вот, и порекомендовали туда зайти, там очень здорово. Посоветовали вот эту кафешку, называется Фаиза. С виду очень атмосферная. Сказали, что здесь очень вкусно, дорого. Пойду посмотрю, что внутри. Да, уже с 12 начинаем. Всегда устаешь еще. До 12 можно еще прийти свободно. Вечером заходил, тоже можно. Да. У нас две фаиза в городе, одна здесь, и вверху города, на юге. Очень популярное место. Это заметно. Это блин, что ли? Да, да. Пока не сразу.